раз там. Туда. Вы любознательны, наблюдательны или просто любопытны? Нормально ли это подглядывать или подслушивать? Узнаем в прямом эфире «Утреннего экспресса». Какие стадии отношений между мужчиной и женщиной существуют? Как правильно выбрать партнера, расскажет психолог. Отношения, как и любой процесс, подвержен определенным законам. Достигайте полного совершенства вместе с ведущими и гостями в прямом эфире. Хороший день начинается с «Утреннего экспресса». Здравствуйте. Время новостей на четвертом канале. Главное сегодня. Давайте докажем всем, что можно веселиться и без алкоголя. Ля-л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 я. Как екатеринбуржцы отмечают день трезвости, одни прошли крестным ходом, другие дали обед больше не пить. Вот это место с палаткой и с нарушителем, с одним из нарушителей. Депутат заплатит за прогулку по заповеднику Денишкин камень. Нарушитель вытоптал редкие травы. Хорошо видно корочка, хорошо видно скол. Общий размер, наверное, вот такой. В Екатеринбург доставили метеорит из Монголии. Уральские ученые нашли его в пустыне Волги. На сцене оперного готовится открыть сезон премьера «Турандот». Свердловская прокуратура требует посадить Влада Рябухина, героя драки, которую в соцсетях окрестили ссорой «Очкарик с мажором». Молодого человека приговорили к обязательным работам, но теперь гособвинение настаивает, что подсудимого необходимо изолировать от общества. Реакцию на требования прокуратуры мы узнали у самого Влада, связались с ним по скайпу. Обвинения, которые выдвинуты, я не знаю. Естественно, я знаю всю правду, я знаю, как было, и для меня это является абсурдным, то, что меня...